Мы ждали новый комплекс от застройщика Real Palace, и у нас на это несколько причин. Первое – это надежный застройщик, который 100% сдаст свой объект в срок. Второе – Real Palace уже завершил более 5 известных жилых комплексов в Батуми. Квартиры этого застройщика пользуются огромной популярностью из-за использования качественных материалов, строгого соблюдения европейских стандартов и учета потребностей людей в повышенном комфорте и уровне жизни. Мы рады презентовать для вас новый жилой комплекс Real Palace Blue. Хотим обратить особое внимание, это не апартаменты, а именно жилой комплекс со статусом квартир. Комплекс Real Palace Blue расположен в Батуми, на новом бульваре, за торговым центром Metro City и в 150 метрах от береговой линии. Это отличная локация для комфортной жизни у моря, где есть все необходимое. Крупнейший в городе торгово-развлекательный центр Metro City, супермаркеты, множество бутиков различных брендов, кафе и рестораны, развлекательные зоны для детей и взрослых, самый большой в городе казино, банкоматы, аптеки, развитое транспортное сообщение до любой точки города-курорта Батуми и за его пределы. На текущий момент фундамент объекта и первые этажи уже готовы, и в ближайшем году планируется завершить строительство всего каркаса. Предполагается, что объект будет готов к сдаче в эксплуатацию в 2026 году. Этот жилой комплекс включает в себя 29 этажей, при этом на первых будут расположены коммерческие помещения разного назначения. Важной особенностью является индивидуальное отопление. Дом будет газифицирован. В состав собственной инфраструктуры Real Palace Blue входит плавательный бассейн, спа-центр, лобби, конференц-зал, подземный паркинг, охрана и видеонаблюдение. В данном жилом комплексе представлены квартиры с потрясающими видами, панорама на море, горы и город. Варианты для приобретения включают в себя студии, начиная с площадью 36 квадратных метров, а также более просторные квартиры с отдельными спальнями и гостиной. Готовы показать вам несколько доступных вариантов. Полный поэтажный план с видами из окон вы можете запросить, написав нам по контактам, указанным под этим видео. Вышлем всем обязательно. Обратите внимание, застройщик предоставляет возможность перепланировки под себя в первые месяцы после покупки. Квартиры сдаются в зеленом каркасе, то есть к базовой комплектации добавляются установленная входная дверь, центральные вертикальные водопроводные и канализационные стояки и электрические коммуникации введены в квартиру, трубы отопления введены по проекту, стяжка пола, внутренние перегородки, стены по утвержденному проекту. Перегородки, стены оштукатурены. Квартиры в Real Palace Blue вы можете купить как для себя, для жизни, так и под сдачу в аренду или с целью инвестирования. Что касаемо инвестирования, это вариант приобрести сейчас на старте по очень хорошей цене $900 за квадрат. Сейчас открыты к продаже квартиры, начиная с 6 этажа. Цены от $900 за квадратный метр до 8 этажа. Студию можно приобрести всего за $32,580. Далее цены выше. Это связано с видами из окна от $1,100 до $1,200 за квадратный метр. Там, где в таблице красным цветом выделены этажи, это квартиры пока закрыты к покупке и будут открываться по мере продаж. В Батуми цены на жилье обычно возрастают с увеличением этажа, так как зависят от качества видов из окон. Эта тенденция характерна для многих жилых комплексов в городе.
Застройщик предлагает внутреннюю беспроцентную рассрочку до 36 месяцев. Первый взнос от 20%. Будем рады сопроводить вас в сделке по покупке квартиры в комплексе Real Palace Blue. Подберем подходящую планировку, расположение на этаже, виды, ну и, конечно же, согласуем лучшие условия цены от застройщика с нашими привилегиями партнеров. Ждем вас в нашем агентстве недвижимости BuyRent.